Фиксирую присутствие представителя вашей формы жизни. Свободный объем памяти исчерпан. Начинаю архивирование данных. Внимание! Критическая скорость. Зафиксирована опасность расплавления обшивки. Встреча была низкой. Инициирую режимы удивления и радости. Живой организм уничтожен. Вычисляю предполагаемого убийцу. Запрашиваю обновление инструкций. Пожалуйста, воздержитесь от моей перезагрузки до завершения операции.
зоне досягаемости обнаружено существо, сходное с вами по внешним признакам. Регистрирую начало боя. Загрузка обновлений завершена. Перезапуск системы. Пожалуйста, подождите. Запрашиваю серийный номер устройства. Отмечаю совпадение с моим на 97%. Эффективность передвижения повышена. Хвала Ианне, вы прибыли. Я уже начал думать, что это последняя экспедиция моей группы. По прибытии мы действовали согласно протоколу. Отцепили квадрат, разбили лагерь, потом приступили к поискам упавших кубов. И уже когда начали изучать первый куб, внезапно прилетел военный крейсер. Мы думали, сам Флавий решил посетить нас, но ошиблись. Корабль оказался захвачен горгонидами. Мы еле успели унести ноги. Видимо, они тоже хотят завладеть технологиями механоидов. Мы не можем допустить этого. Благодарю вас. Напоминание. Требуется пройти регулярный гарантийный осмотр. Thank you.
осмотрительность. Жизненный цикл возобновлен. Вести с фронта. Наши отступают. Если так пойдет дальше, или он скоро захватит, точно вам говорю. Не одни, так другие. Верно. Прилетит еще с десяток кораблей. Никакие бессмертные не помогут. Их просто не хватит. Шаряне не могут быть везде одновременно. Им бы не помешала такая способность. Вот сейчас они, к примеру, где? Отражают атаки зеленых. Жнецы в это время снова заняли Дорос. Бессмертные освобождают города, а эти твари тут же возвращаются обратно.